наши роднее, чем любимый город наш зеленый. Знают все сегодня улицы от конца и до конца. Почему сегодня так трепетно волнует за у жителей сердца? Каждый житель оглянись и вокруг посмотри, как наш город расцвел. Город наш празднует рождение, и он достоин восхищения. Говорим без лишних слов. С днем рождения, Кострома! День рождения города – это день рождения всех людей, что жили и живут в нем. Дорогие горожане и гости, поздравляем вас с днем города! Спасибо всем тем, кто пришел сегодня на праздник, оставив дома все свои дела, отодвинув все заботы. Спасибо за теплоту сердец, за открытые души, за добрые мысли и чувства. Спасибо, аплодисменты ваши! Люди, собравшиеся здесь, на этой площадке «Открытый микрофон», будут читать стихи, петь песни, играть музыкальные произведения, и все это будет посвящено нашей любимой Костроме. Сегодня мы попытаемся раскрыть таланты. Иван, а много ли у нас талантливых людей в Костроме? Очень много, и мы сегодня в этом убедимся. В этот день веселый, яркий, мы желаем вам добра. Стихи и песни пусть звучат подарком в честь рождения твоего, Кострома. Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Сегодня здесь зажжется не одна звезда, а целое созвездие таланта. Поведем вас по ступенькам артистической славы. У каждого из вас есть дар Божий, искра радости. Можно сказать, что у каждого намечается талант. И если талант обнаружится, то вы, зрители, это заметите и будете аплодировать. Мы очень рады, что огромное количество людей откликнулось и подали заявки для участия в фестивале, чтобы вместе разделить радость главного праздника, родной земли, и продемонстрировать свои таланты. Итак, давайте познакомимся с участниками открытого микрофона, с теми, кто послал заявку.
жить без России на стране, как не бывать и российской стране. Стой на планете, милая страна, сверкай бриллиантом наша Кострома. Дорогие друзья, сегодня Алексея Шарлая нет, он уехал тоже на конкурс, но на самом деле, когда он написал эту замечательную песню, мне с огромным удовольствием, это была не песня, а просто стихотворение, а мне захотелось написать к ней вот эту вот музыку. И у нас получилась вот такая замечательная песня, и мы ее всегда исполняем на каждом нашем мероприятии. Вот такая песня. Спасибо за то, что вы меня послушали. Звон колоколов. Течет река красавица из глубины веков, как сестры неразлучные наш город и река, Волга всемогущая, полна и глубока. Все в Волге отражается, и храмы, и дома. Здесь сердце согревает, здесь Родина сама. Венчали благодарственно на троны здесь царя, а после войн торжественно встречались сыновья. Молодец! Давайте поддержим. Там, где березка поутру вплетает солнце в косы, воды живительный ручей, серебряные росы, медовый звон колоколов к заутренне скликает, стоит село меж берегов, селище величай. На городской окраине под небом Костромским есть место обитания с названием простым. Березы белоствольные здесь косами сплетаются, и храм тропки вольные, как ручейки, стекаются. Край мой селище в мире не сыщет больше такой красоты. Слезы чистые.
здравствуй, Слищ, в мире не сыщ больше такой красоты. Травы медовые и родниковые воды, как слезы чисты. Ваши аплодисменты, ансамбль песни и танца «Дарина». Если это нравится вам, то я просто счастлива. Сегодня я не буду вам читать ребру, одну четверостишь, я прям прочитаю. Сегодня оно родилось вчера вечером. А вот мои близкие люди, то есть дети, моя внучка и мой ученик, прочитают сегодня и на мои слова, нет, мои стихи о Костроме. Оно, чтобы завершить вот так для себя быстро, не занимать ваше внимание, я все-таки эту четверостишь вам прочитаю. Кострома – одна из дочерей необъятной матушки России. Как живется можется сегодня день? В день рождения мы ее спросили. Знаете, ответила она, я любовью вашей лишь сильна. Любите свой город, дорожите им, берегите его, и он ответит вам взаимностью. С праздником! Вот уйдет с привольного простора в далекий край, холодный край зима, и вспомни я, что есть хороший Значит, я прочту стихотворение, может быть.
событие достаточно необычное, но оно посвящено, так сказать, Костроме. В нем она фигурирует, этот прекрасный город, куда я переехал 2 года назад. И, в общем-то, мало о чем, так сказать, в жизни приходится жалеть, о каких-то своих поступках. Но вот этот вот поступок, я, наверное, она из тех, которые я, в общем, тоже человек достаточно зрелого возраста, не жалею. Это стихотворение называется «Бегущее по снегу». Стихотворение о вечной молодости, о вечной любви, о вечном желании любви. Под кармином и золотом тлеет опавший ковер из листвы. О лете там кто-то жалеет. Скажите, мадам, то не вы? Чему вам, мадам, это лето, жарой побеждающий дождь, что долго шумел до рассвета и тихо скончался, как вождь, ну тот, что забавно так шамкал в геральде лагунных наград и стукоугольных пентаклей, что скопом себе он собрал. Мадам, да и осень не вечна, листва облетит, но не вся, на тополе эти сердечки еще до зимы повисят. А дальше по первому снегу вам есть прогулять, что, мадам, днем парком морозным побегать, фактуру ровесницам дав. Гляди-ка, ну как молодая, а что ж, ни забот, ни хлопот, а я ее вроде как знаю, на дебре на Нижней живет. Да не на дебре, в Заволжье. Видала там в доме еды. Да, в доме продукты дороже. По слухам, живет с молодым. А что же за деньги с нами такой воспитали народ? Да, бабы, глядеть перестали. Пойдемте, крепчает мороз. Услышала краем Никита. Не то чтобы внук, но почти, и надо не так бы открыто. Весь город уж знает, поди, и мать распускает все слухи про горость и погодь мою. И эти из парка старухи меня обсуждают змею. Вот нежен он как-то натужно, кричит, матерится во сне. Любовь, сексуальная дружба с готовкой и стиркой на мне. Не стоит, мадам, волноваться, прабабкина турка вас ждет, а кофе-то только ловаться, другой-то пусть плебс его пьет. Осеннее солнце неярко сквозь воздух остылого тюль ее освещает по парку, бегущую в знойный июль. Варите ловацу, варите, ведь в этом вы знаете толк. И галстук купите Никите, а может быть, шейный платок. Стихотворение называется «Акапелла». Пение без аккомпанемента. Ах, Андрюша, нам ли быть печали? Компания подвыпивших людей поет, не больно стукаясь плечами, в какой-то будний общепраздный день. Они поют, но с ними не играет ребристым телом вятская гармонь, а городское солнце догорает, встает луны обкусанный ломоть. Они поют, горячие на блюде, тепло теряя, горкою лежит. Они поют, и, может быть, не будет зла, выяснений, горя и обид. Все счастье глаз их места не находит, стол неопрятный с кляксами еды, там свет и слезы в вечном хороводе, садов, где вихрем белых яблонь дым. И спев Андрюшу дружно макапелла, они без тоста выпьют, как питать. А женский пол здоровисто, умело начнет для чая стол освобождать. Но завтра будет день, работа, недельный центр, как жалко, вот облом. Ах, если б завтра выдалась суббота, побольше бы попели за столом.
казак гулявый, верная Катюша, Степан на стрежне с бедной княжной. Девка выбралась на сушу и стала чьей-то скучной женой. Там, в небесах, где сетью божьи тропки, Андрюша зачехлил свою гармонь, вздохнув, убрал сады в свои коробки. И спать горам приказ озвучил он. Мужчине говорить комплименты, правильно? Да. Как-то вот сейчас девчонкам вдвоем очень-очень мало. Кто еще желает, друзья мои? Вот давайте из юного поколения пригласим. Такие глазки внимательные, идите к нам сюда. Давайте поаплодируем нашим юным замечательным гостям. Вот как-то три тоже. Вот и Бог, конечно, троицу любит, но я люблю, когда у нас здесь много народу. Вот здесь вот джентльмен стоит. Можно вас пригласить, комплименты поговорить? Он скромно сразу потупил взор. Ну что ж, если, как говорится, желающих больше нет, то мы начнем прямо сейчас. Давайте мы сначала познакомимся с нашими участницами. Как вас зовут? Любовь. Ой, какое замечательное имя. Давайте Любе поаплодируем. Наталья, аплодисменты и... И Ксюшеньке аплодисменты. Итак, девчат, все очень просто. Мы сейчас с вами будем говорить комплименты. Комплименты будем говорить на каждую букву алфавита. То есть, начиная с Любы, мы говорим на А, Б, В, и снова возвращаемся Г, Д и так далее. Если вы растеряетесь, не сможете назвать комплимент, то мы вам вручаем памятный сувенир и провожаем вас на место. Ну а победитель, кто у нас сегодня самый стойкий окажется, получит очень приятный и уютный сувенир от наших спонсоров и партнеров. Костроме, конечно, нашему любимому городу, который сегодня 866 лет празднует. Люба, вы готовы на А? Давайте. Ангелом хранимая. Аплодисменты, конечно, наша Кострома действительно не только ангелом, но еще и на Б, кстати, есть. Божественная. Божественная, отлично. Ксюшенька, на В. Великолепная. Великолепная, прекрасно. Давайте аплодировать каждому комплименту нашему любимому городу. Гостеприимная наша Кострома. Это точно. Никто, кстати говоря, не сравнится по гостеприимству с Костромой. Добрая. Добрая, прекрасно. Аплодисменты, Ксюш. Естественная. Естественная, да, действительно. Все, что не делается, все нашими руками. Вам на Ё сказать или на Же? Давайте на Же. А на Ё есть? Давайте на Ё тогда. Ёшкин кот какая крутая. Громкие аплодисменты, действительно. Тогда на букву Же, да. Желанная. Желанное, прекрасно. Ксюнь, тебе достается буковка И. Ой, З. Заметная. Это точно. Не зря Золотое кольцо нас когда-то приняли. Буква И. Игривая Кострома. Да, особенно судя по тому лицу, с которым Люба это сказала. Действительно, игривая буковка К. Красочная. Красочная, точно. Где ваши аплодисменты, друзья? Не слышно. Любимая, конечно. Буква М. Многогранная наша Кострома. Это точно. Буковка Н. Несказанная. Несказанная. Буква О. Очень красивая. Правильно. Чего тут думать, собственно говоря, долго. Буква П. Пирожковая к гостям радая. Вот давайте поаплодируем сейчас те, кто пирожки любит печь. Вот сколько у нас замечательных домохозяек, которые любят вкусненько накормить. Так. Радостная. Радостная, отлично, замечательно. Хлопаем, друзья мои. Самое лучшее. Очень хорошее, самое лучшее, прекрасно. Таинственная наша Кострома. Таинственная, это точно. Вот если мы с вами обратим внимание назад, да, строится то, чего мы долгие годы с вами не видели, но оно там было всегда. Удивительно. Удивительно, отлично, браво. Фантастическая. Фантастическая, феерическая, фестивальная, да, сегодня у нас серебряная ладья нас всех вечером опять будет радовать своим фейерверком. Отлично. Хорошая Кострома. Хорошая, буква С. Вот здесь вот сейчас будет сложнее. Царевна Кострома. Несложно, оказывается, так, царевна Кострома. Чересчур удивительная. Кто чересчур удивляется, похлопайте, друзья мои. Да, у нас что ни день, то чересчур удивительные новости в Костроме творятся. Щедрая Кострома. Щедрая, конечно. Экзотическая.
экзотическая, буква Ю. Юная Кострома, несмотря на свой прекрасный возраст. И буковка Я. Яхонтовая, друзья мои. Вот посмотрите, какие у нас стойкие участницы. Я думаю, что мы им всем троим вручим замечательные такие одинаковые, уютные подарки. Надежда Борисовна поможет мне сейчас. Вот самый такой юный цвет, Ксюша, это прямо тебе. К тебе к платью подходит. Ну и нашим замечательным, Люба, это вам. Наталья, это вам. Давайте поаплодируем нашим участницам. И, конечно, будем готовы сейчас встречать наших замечательных следующих. Меня три дома, как прошлого призрака, и еду следа. А там враги пели, там чище, чем призма, цветная вода. Мучиться и зубы от холода будет, спешите туда. И душу излечит, и раны омоет, цветная вода. Земля костровская обмятый споила далеком тогда. В душе моей светом высокий водила святая вода. И мне никуда от тревоги не деться, идти свой года. Туда, где становится праздником сердца святая вода. И мне никуда от тревоги не деться, идти сквозь года, туда, где становится праздником сердца святая вода, святая вода, святая вода. Спасибо, Татьяна Александровна. На карте мира маленькая точка, а для меня огромный город мой. Его люблю я очень-очень, и я дружу с моей Костромой. Еще я знаю, что мой город древний-древний, своей историей он знаменит. Еще его зовут Большой Деревней, за что, наверное, за русский быт. Еще за то, что все почти знакомы, еще за красоту и за уют. За то, что в моем городе как дома всегда нас ждут. Я знаю, впереди друзей так много будет, так много, что захватывает дух. Но мудрость так народная душа, что старый друг лучше снова. Спасибо большое, неуклонно. И волчок, и хватит собачок. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Бай, 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 бай. Громче музыка играет. Бай, 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 бай. Баня, шуби, бай, бай. Ой, шуби, бай, бай, бай. Видайте во мне зимой. Баю, баюшки, баю. Все танцуют и поют. Баю, баю, скок по скок. Скачет серенький волчок. Скачет овцу на траве. Скачет мысли в голове. Баю, 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 баю. Баю, 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 баю. Громкий музыка играет. Баю, 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 баю. Баня, шуми, доми, бай. Ай, шуми, доми, бай. Видайте во мне зимой. Баю, баю, баюшки. Не ложись на краешке. Все смешалось в хоробок. И сегодня не уснёшь. Большой и маленький. Баю, баю, баю. Баю, 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 баю. Баю, баю, баю. Громче музыка.
Ваши аплодисменты. Мы сегодня, мама, тоже будем чем заняться, постирать костюмчики, конечно. Вырос еще я, и здесь давно живет моя семья. Мы любим улицы твои, дома, ты нам родная наша Кострома. А вырасту тебе пригожусь, я костромить, и этим я горжусь! И аплодисменты тебе сегодня! Я хочу пригласить следующую участницу. Не знаю, здесь она пришла. Это Пиржу Вероника, 12 лет. Значит, еще не подошла. Песня называется «Прогулка по Костроме». Давай, дружок, пройдем по Костроме, и споры наши будут так недолги. Мы можем просто берегом вдоль Волги, а можем и по той, по стороне. Здесь банки, не боишь, и Нью-Йорк, здесь мелкие суеты столичной. Но все же каждый скажет, жизнь отлична, а почему никак не взять ни в долг? Вновь парами, тротуарами гуляет по галере молодежь, и старыми звенят гитарами. У песни сразу слов не разберешь. Давай, дружок, пройдем по Костроме, по улицам ее и сковородке, стремительной, но медленной походке, знакомой как тебе, да так и мне. Давай, дружок, пройдем по Костроме, в Давыдовский заглянем юбилейный, веселый, молодежный и семейный. Мой город снова снился мне во сне. Вновь парами, тротуарами гуляет по галере молодежь, и старыми звенят гитарами. Тут песни сразу слов не разберешь. Давай, дружок, пройдем по Костроме, пойдем заглянем к Берингею. Я почему-то сердцем молодею, прильнув к восьмивековой седине. Давай, дружок, пройдем по Костроме, по каменной пройдем и деревянной,
но, как всегда, любимой и желанной, и самой дорогой на всей земле. Вновь парами, тротуарами гуляет по галере молодежь, и старыми свинят гитарами. У песни сразу слов не разберешь. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Расскажи мне сказку. Автор Мерзлякова Алена. Кострома, расскажи мне сказку. Ну, о чем же тебе рассказать? Как Островский в светлой терраске про Снегурочку стал писать. Как он думал часами и о чем он мечтал в тиши. А еще про Ивана Сусанина. Кострома, ты мне расскажи. Расскажи про царя Берендея или песню о Волге спой. Я сам еще не умею, я расту и крепну с тобой. Кострома, твой взгляд ясно-синий, и в ромашках платье твое, на березках твоих вздрогнет иней. Волга, матушка, в путь позовет. Кострома, мы растем, улетаем, только знай, мы в сердце храним русский дух, что с детства слыхаем, твой напев, что с детства любим. А ты знаешь, что такое стихотворение писал? Алена Мерзлякова. Она в 11 классе написала стихотворение «Живо». Живет сейчас, его прочитал Даниил. Спасибо тебе, дорогой. Всем добрый вечер. От радиостанции «Шансон» Даниилу мы хотим подарить квесты и развлечения. Вот, по чести. Вместе с друзьями сходишь. Молодец. Это не консервы. Спасибо. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Можно пройти целый свет, тебя белее нет. Куполами в небе синим, а ты сияешь так красиво. В золотом кольце России, как звезда. Кострома, ты спись, не схожа, что однажды раз тревожит, не забыть. Смотрю, не дыша, можно пройти целый свет, себя милее нет.
Спасибо. Это тоже наша песня, написанная нашими авторами о нашей красавице Костроме. Спасибо. Здравствуйте. Я прочитаю стихотворение нашей костромской поэтессы Валентины Наганова. Берегиня души Костромы. Улыбается зорька алая, голубой, бесконечной волне. И далекая родина малая тихо плещется в душеньку мне, где Костромушка с Волгой встречается, где и батя седой видит сны. Там зеркальной красой отражается золотая душа Костромы. У плакучих просторов березовых тихо бродит пресветлая Русь. Помнит свято-старинное озеро и былинную песню, и грусть. Там звенела мечами булатными и стонала родная земля. У озер вечерами закатными свое горькое счастье пила. Там за матушку Русь православную бились витязи в тяжком бою. Там икона, царица державная, заступалась за землю мою. Там кружила весна хороводами в сарафанах старинных, льняных. Там Снегурочка ноченькой звездною тихо таял мокрых земных. И в родной стороне древнесказочной песня Леля поныне слышна, удивляет красою загадочной берегиня души Кострома. И вот, как говорится, от имени и по поручению, собственно говоря, его, он отправился на Грушинский фестиваль. Ну, а мы сегодня его творчество дарим вам, дорогие зрители. Правитель мудрый и могучий возник на волжских берегах. Град Кострому князь долгорукий возник на волжских берегах. Стоят среди лесных уделов дома, кварталы, теремов. Все это город корабелов и ювелиров мастеров. Старинный волжский городок, неторопливый говорок. Славна историей она, душа России Кострома. В краю цветут поля льняные, плетется нить из волокна. Рулоны ткут ткачи простые, льняного чуда полотна. Далекой старины предания здесь оживают не спеша. Заветы мудрые сказания хранит народная душа. Старинный волжский городок, неторопливый говорок. Славна историей она, душа России Кострома. Старинный волжский городок, неторопливый говорок. Душа России есть она, хранима Богом Кострома. Распечатать наших участников.
чужие края. По крылом самолета растаю, Кострома и Россия моя. Светлые Римы, Париж, Гои, Канны, Барселоны, Берлин и Мадрид. Только сердце мое не устало белой птицей на Богу летит. Я нежная птица, я белая чайка, за милою водою снова пою. Светлую родину вместе я прославлю и землю родную мою подпою. Пусть мой кровь не вовсе не близкий, но зовет она алой зарей, даже слушает папа римский нежный голос любви костромской. Позовет меня Волга родная, это счастье и радость моя. Здесь и снова меня посвящает костромская родная земля. Я нежная птица, я белая. Прошли, очень к тебе много прямо вопросов у нас накопилось. Сегодня у нас участники, которые пожаловали с разных уголков нашего города. Ты писала заявки о том, что автор Добросердова, да, это тоже наш костромской автор. Вот мне кажется, нет человека в Костроме, который свой талант не направлял бы на создание таких прекрасных песен. Но у нас другой вопрос. Ты занимаешься вокалом, я так понимаю, да? А где же ты творишь? Я приехала из Костромского муниципального района, из села Сущёва, так я, собственно, занимаюсь вокалом под руководством Тарасовой Анастасии Александровны. Здорово, друзья мои, давайте поаплодируем. Оказывается, не только Кострома сегодня, но и Костромской район присутствует на нашем празднике. Ну что ж, мы тебя увидим еще чуть позже обязательно на награждении, поэтому далеко от нас не убегай. Давайте подарим еще раз Алене аплодисменты. Ну, и я думаю, что вот тем, кто сейчас так... Yeah.
пил черный кот за углом. Больше. Ну ладно, и подарку больше достаньте, правильно сидите. Есть, вот. Давайте поаплодируем еще одной участнице. Так, мы уже знакомы с некоторыми из них, но давайте еще узнаем, кто же прибыл к нам. Как вас зовут? Александра. Александра. Кострома всегда с тобою. Перепели мы песню? Галина, так, да, Ксения, Люба, и у нас здесь... Даня. Данечка. Итак, друзья мои, давайте мы сейчас проверим. Где там? А, я-то думала, его в танцевальный надо обязательно взять. Итак, друзья мои, сейчас наши участницы и замечательный участник покажут вам свое танцевальное мастерство. Но сделает это не просто так. Например, сейчас, если выходит Даня вот сюда вперед, он показывает все движения, а наши участницы повторяют за ним. Итак, по очереди мы увидим всех пяти, как говорится, участниц. Да, Даня, а ты как единственный джентльмен должен сейчас всех за собой повести. Давай мы с тобой чуть-чуть два шага назад сделаем, чтобы вот твоя широкая душа прям могла размахнуться. Да, давай вот так вот сделаем раз, шажочек назад, и два. О, отлично. Итак, Даня, ты готов сейчас показать танцевальное движение? Но Даня не будет показывать движение до тех пор, пока зрители не поаплодируют и не поддержат, конечно, наших участников. Ну что ж, поехали! Вот кто сегодня зарядку еще не делал, вот можно сделать прямо сейчас. У нас было жил без проблем, меня манило красотой колен. Работа 24 часа, и добивает всего сама. Но она хитрая, стопная вся, меня манили ее глаза. И ваши аплодисменты Данилу! Чтоб тебе... Вот, аплодисменты, Данечка, возвращайся на свое место. А вы... Нет, вот сюда, да. Теперь за тобой, теперь тебе предстоит повторять. Друзья мои, вот Даня так зажигал сегодня, его наши партнеры выбрали уже, сделали ему свой приз. Но вот, ты знаешь, одно обидно, что на шансоне такие песни не ставят, правда, да? А вот присмотритесь, послушайте. Итак, ну что, теперь ты будешь повторять за замечательное, с кем пришел, с мамой. Да? Мама Люба, давай, как в той песне. Итак, а вы, дорогие зрители, запоминайте, кто как танцует, а мы будем определять победителя по вашим аплодисментам потом. Итак, встречаем танец от Любы. Фестиваль «Серебряная ладья», который тоже, кстати, наши партнеры сегодня будут транслировать по радио. Можно будет услышать на радио «Шансон» прямой эфир. Ну и, конечно, вот если вы увидите в толпе высоко летающие руки, знаете, это танцует Люба. Итак, ну что, Ксюнечка, ты готова сейчас блеснуть своим талантом танцевальным? Тогда поехали! Я не хочу смотреть назад, где пламенеющий закат себе и мне скрывает веры. Не моя любовь.
я смотрю, вот задним рядам сам Бог велел. Они там стоят, им тоже можно повторять за нашими участниками. И, может быть, кстати, самому зажигательному гостю, который находится там, тоже достанется приз от наших партнеров. Итак, друзья мои, ну что ж, у нас следующий сейчас будет танец. Я не знаю, отдышаться. У вас прямо разминка сейчас хорошая такая была, да? Но если вам требуется отдышаться, то тогда я хочу сказать, что сейчас мы очень скоро встречаем здесь Центр современного искусства «Небалет», которые сегодня являются также нашими спонсорами и партнерами, и они ведут набор в свои танцевальные группы абсолютно по разным направлениям танцев. Хип-хоп, контемпорари, эксперимент, дэнс-холл и джаз-фанк. Друзья мои, вот вы чуть позже увидите их выступление, и, может быть, поймете, что это именно ваше призвание, и пойдете к ним в группы. Ну что, отдышались? Немножечко. Отлично, тогда погнали дальше. Больше не бывало петь, всех, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Я готовый, а я с победой зажигательных гостей. Развеселый, я почти твой. Красиво идем, но еще никуда не уходим. И мы встречаем еще одну нашу участницу. Александра готова. Отдышка не требуется. Но она так зажигала, мне кажется, вообще не удивлюсь. Итак, друзья мои, ну что, готовы? Тогда поехали! Это для нас, чтобы запомнилась музыка круче. Глаза закрыты, делай, что хочешь, ночью открыти. Темная ночь, твоя кровь, это ночь, чтобы ты станешь воздухом. Только на тебя слава твоих первых, буду с тобой. Хотелось, чтобы эта музыка не заканчивалась, чтобы наши участницы продолжали танцевать. Но, тем не менее, как говорится, время не ждет. И пришла пора подвести итоги. Кто же сегодня из наших замечательных участников унесет с собой призы от наших спонсоров и партнеров? Итак, друзья мои, ваши громкие аплодисменты. Давайте Даниилу. Его замечательной маме Любе. Так, наша очаровательная юная участница. Опытный, но очень зажигательный. И прям постановочный танец Александры был сейчас. Вот мне кажется, она сговорилась с диджеем, он поставил ту самую композицию, которую надо было ей. Судя по вашим громким аплодисментам, вам больше всех понравилась наша зажигательная такая прекрасная участница. Итак, друзья мои, ну раз я думаю, что разногласий у нас по этому поводу нет, я сейчас хочу вручить нашей победительнице... Вот он. Подарочный сертификат на две персоны в парк отель «Ноев Ковчег». Поэтому давайте поаплодируем громкими, замечательными овациями. Ну а все остальные наши гости получают от нашего партнера и сегодняшнего гостя «Небалет», который очень скоро выступит, сертификаты на скидку на их занятия. Вы случайно не оттуда? Нет, отлично. Так, держи, Ксюнька, иди танцевать. У вас вот такого
такого вот еще нету, а вот Дане достанется вот такой сертификат от нашего партнера, который подарит вам любую мебель на ваш вкус и замечательную скидку от них. Ну что ж, давайте мы проводим наших участников на свои места, скажем им огромное спасибо. Там очень хорошо, все отдыхают, все веселятся, день города же все-таки народ. Всем с праздником вас. Давайте поддержим участников, но у нас здесь лучше, потому что у нас есть вы здесь. Микрофончик вам по очереди или второй поставить? Поехали, ребят, в моем городе есть место, где потусовать. В моем городе все любят дико отжигать, тусоваться днем и ночью — это не проблема. Если хочешь отдохнуть, отдыхай, не важно сколько время. По проспекту мира мы идем толпой живой. Как поднять настрой? Все, давай за мной. Все знают время тусить, эта фраза моя. Считай, что ты не потусил, если не был там я. Город Кострома, не думал, шутки это. Сегодня в моем городе веселится кредо. И нам не важно, кто, где, во сколько, когда. Главное, чтобы мой город звучал Кострома. Доходим до конца проспекта, у нас все модно. Центрально залетаем, как дела? Все ровно. И если кто-то скажет, Кострома грустный город, приезжайте сюда, я грустить не до голод. Центральная местность, наша полка известна. Она своим блеском отражает свет небесный. Это сердце города, а он мое в сердце. Примет безвозмездно тех, кто его ценит. Центральная местность, наша полка известна. Она своим блеском отражает свет небесный. Это сердце города, а он мое в сердце. Примет безвозмездно тех, кто его ценит. Белыми кроссами по темным районам. Пасмурная осень, холодная погода. В наушниках рэпчик не слабо качает. А я иду, любуюсь тем, что меня окружает. Прямо налево до самого центра. На парке Ленина там есть отличное место. А также есть шикарный вид на полку. Раньше там всегда зависал, вот было прикольно. Теплыми вечерами закаты провожал. На ворожках компании было дело легче ждал. Столько воспоминаний даже на это не. Жаль, что это уже не вернуть, к сожалению. По фонарями гуляли, гулял компания, под утро под руку провожали. Я не кричу то, что это все осталось за спиной. Я город свой город, ведь Кострома ты дом мой. Центральное место, наша Волга известна. Она своим блеском отражает свет небесный. Это сердце города, а он мое сердце. И ведь безвозмездно для кто его ценит. Центральное место, наша Волга известна. Она своим блеском отражает свет небесный. Это сердце города, а он мое сердце. И ведь безвозмездно для кто его ценит. Спасибо. Вот сегодня много рифм мы слышали, но вот то, что Кострома отражает свет небесный, сегодня вы действительно это впервые сказали. Ребята, тексты сами пишете. Конечно, сами. Все. Мы надеемся, что мы вас скоро увидим в каком-нибудь лейбле, но, конечно, не Black Star, а это будет свой какой-то Кострома Star, например. Поэтому желаем вам огромной удачи, ну и далеко не уходите. Давайте поаплодируем нашим участникам. Проводим их громкими аплодисментами. А, у них еще есть номер, да? Ну, давайте мы сейчас потанцуем тогда, вы пока отдышитесь немножечко, потому что очень энергично.